В медицинском центре Медин появился новый аппарат УЗИ. Он позволяет на ранних стадиях выявить жировой гепатоз печени. Называется это исследование стеатография печени. Оно может спасти печень и жизнь человека. Подробности у Регины Васильчук. Прийти на голодный желудок и принять правильное положение – все, что нужно для того, чтобы выявить ранние признаки жировых отложений на печени. Раньше это можно было сделать только с помощью биопсии. Это когда большой иглой или другим специальным прибором берут клетки из самой печени для анализа. Процедура болезненная, а УЗИ нет. Вот нормативная шкала, и вот наша норма, и цвет, соответственно, голубой, и вот что может быть, когда печень уже поражена достаточно серьезно. Вот посмотрите на нашу картинку, что у нас получилось здесь, да? У нас есть участки, которые окрашены и в желтый цвет, то есть это определенно уже изменения, которые соответствуют жировому гепатозу, но большая часть печени все-таки еще здорова. На обычном УЗИ можно выявить уже только вторую или третью стадию заболевания. На таком этапе у пациента может даже не быть симптомов, а вот последствия будут необратимыми. Если же поставить диагноз на ранних стадиях, можно полностью вылечиться. Жировой гепатоз – это на самом деле не такое безобидное состояние. Это заболевание, которое впоследствии приводит к фиброзу, а далее к исходам цирроз. Поэтому достаточно грозное осложнение, чтобы его избежать. Ранняя диагностика – это самый благоприятный исход для пациентов. Жировой гепатоз – это обратимое состояние. На начальных стадиях отлично поддается лечению, поэтому если мы можем восстановить нашу печень и дать ей шанс на перерождение, то это отличная возможность для пациента. Эта новая технология сейчас единственная возможность выявить ранние стадии заболевания. Новый аппарат УЗИ опробовали в медицинском мире только в январе этого года. И вот уже сейчас он появился и работает в Медине. Регина Васильчук и Владимир Погоня. ТСВ.